успевай на каждое движение сразу подзыв делать. Лучшие спортсмены из 57 регионов страны поборются за чемпионский титул в 16 весовых категориях. На базе спортивно-оздоровительного комплекса Одинцовского филиала МГИМО стартовал чемпионат России по тхэквондо. В таких масштабах спортивное событие проходит впервые. Сегодня у нас выступает почти 4 человека, у нас каждый день по 4, по 5 человек. И сегодня четверо из Одинцова выступают и Московская область. На этих соревнованиях. Сейчас вот через минут 5 у нас выйдет Добролежев Кирилл. Посмотрим, что у нас получится. Юноша в красной форме – 19-летний спортсмен из Одинцова. В поединке с представителем Дагестана Кирилл одержал победу. Это только начало, впереди еще 3 боя, рассказывает тхэквондист. Подготовка у нас была, сборы перед самим чемпионатом, и на время сборов, на даты сборов, попал чемпионат СФО, который я выиграл. А бой я провел с представителем Дагестана, бой трудный, очень плотный. А выиграл буквально вот на последних секундах, там 4 балла. Поединки среди мужчин и женщин будут проходить в течение 5 дней. Не расслабляться и держать боевой дух напутствуют тренеры. Мы готовились очень плотно. Последний сбор у нас проходил двухнедельный сбор по кроссам. Там у нас было 3 тренировки в день. Это утром зарядка, пробежка, утренняя тренировка и вечерняя тренировка. То есть 5-6 часов минимум в день. Чемпионат России по тхэквондо продлится до 15 сентября. И пусть победит сильнейший. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».